Конкурс «Дети читают стихи. Город Омск. Лубягина Ализа. 6 лет. Робит рождественский маленький человек». На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. Служба была у него маленькая и маленький очень портфель. Зарплату он получал маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленький, каску выдали маленькую и маленькую по размеру шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.